какие-то бы солдаты. Моя миссия — это убить Томила. Мне дают минуту, чтобы спрятаться где-то здесь. А потом Томил и ты, папа, будете меня искать. И я должен вас убить. Ну, вообще-то Томил, ты просто типа приходишь, да? Да, как оператор военный. Это я уже разбираюсь в классных этих. Есть три таких. Есть палаг, нуит и колонист. Вот это, кажется... Это маг на русском, да? Да, маг. Есть три, вот, еще есть такое. Есть еще там, где нету белой штучки. Это нуит. А палаг у него есть черный и белый. А колонит — это... Первых мугам, что означает, что это очень мало таких цветов в Израиле. Ну, может, какой-то стоит. Они занесены больше в красную книгу, да? Да. Их нельзя рвать. Как белый тигр. А если сорвешь, трав большой, да? Не, ну я пила кепус. Я не думала, что тебе это будет стоп. Ты же не видишь. Кстати, кепус. Сейчас очень опасное время, много змей ползает. Ой. Так что будьте осторожны. Так, теперь надо мне искать пулю, потому что этот пистолет слазил. Ну, я не буду им пользоваться. Ну, тут надо это... сделать пулю, чтобы она не вылетала, она поймет. Вот. Вот. Сейчас я буду эту пулю берем. Смотрим. Вот. Тут надо шесть. Тоже хорошая. Вот. И это хорошая. Из этого только эти. А если нет, будет осечка. Вот, смотрите. Два. Я поймел. Три. Угу. Вот. Четыре. Во, видите? Постреляю? Нет. И шесть. И так что надо вот такие вот. Сильно стрелять? Я потому что те патроны высохшие, вот они там. Я думала, он улетел. Я подойдел. Ну те высохшие, но они подходят для моего нового маленького пистолета. Видели? Мини-пистолет. Вот. Давай сильно стрелять. Один пистолет подойдел. Готов возьму. А второй. Это супер мега пистолет. Вот этот. Опа. Ой, я его тоже подойду. А, я его тоже подойдел, кстати. А ну стреляй, как он далеко стреляет. Ой? Тёма. Это? Да. Где пуля? Где пуля? Ты что, не видел, куда ты стреляешь? А второй пистолет? Нет, третий пистолет. Вот это. Ну, заряжай его. Четвертый. Ладно, потом найдем это. Нет! Ну так иди ищи. Ты стрелял. Вот ты попросил. Ну так смотри, куда ты стреляешь. Нечестно, она видела. Ну все, значит, потеряли. Нет, ты купишь. Нет, я не куплю. Не мои проблемы, но я хочу тебе помочь. Все, Итан, ты готовый? Почти знаю, сколько у меня пуль. Эй, вот тут 6 пуль. Тут это, а здесь. Я больше всего люблю розовые. Но их только... Что, они новые, да? Ну, хотя они розовые. Это я ложу к себе. Запас. У меня тут тоже пули, ну, все, мол, надо. Так ты пока их будешь доставать, расстёгивать, уже готовые пули положи в эти карманы. Тут есть. Не, ну это на всякий случай. Крайний случай я имею. Сколько ты с собой берёшь оружие? Ну тут один. Это два должно быть сейчас. Должно быть, должно, обязательно должно быть. Потому что это сильный пистолет. Вот. И мой любимый. Это самый первый пистолет. Томил мне его подарил. Потому что мы раньше не собирали пистолеты такие у него. Вот. Обожаю. Я люблю его, тем более купить. Я попросил, я стою. Хорошо, куплю новый, иди уже сюда, иди. И мне, каждому по 18. Хорошо. Все, Итан готовы, все. Я не готова. Я не готова. Я сказала, может это... Ты че, куда ты собираешься всунуть эту... Банину? Ну. Не, Итан, ты должен взять или один большой, или этот, или тот. То ты запутаешься. Итан. Я не как-то не. Ты уверен, что это все влезет у тебя там?
Все, иди, мы считаем. Тёма, повернись. Повернись. Ну и считай. Готовы? Подожди, ты должен нести один пистолет нормально. Как ты его так будешь прицеливать? Он же упадет у тебя этот. Возьми лучше все один. А этот уже не знаю куда. Не, этот в руках держи. Ты что? Это же у тебя самый главный автомат. А этот, ладно, я буду нести сам. Если что, я его тебе дам. Да? Вон там. Или там. Ну, я не знаю, я тоже не смотрел. Идем искать. Я иду за тобой. Ой. Все хорошо с вами, месье? Я вот эта тропинка меня делает так, что мне кажется, что я сейчас сдохну. Может, все-таки напасть? Или нет? Да или нет? Я уже толпаюсь. И что сделать? Я солдат. А солдат умный. Ну, что же сделать? Ёлки, помогите мне. Нет, не хочу я. Я сейчас заплачу. Отсохать мне. Тем более за змеи. Ёлки-палки. Как мне нельзя переходить эту дорогу? Ну, почему? Темно. Ну что там нет? Где ты его слышишь? Ходит. Ты слышал, что кто-то ходит? Угу. Это ты сзади. Нам надо тихо идти, чтобы он нас тоже не видел. Слушай, я мог, я пошел за те кусты большие. Вон, видите, за деревьями. А так папа не возвращает, потому что он сказал, что мы будем, они будут весь лес искать за меня. А Варя бы так хотел спрятаться. Что сделать? Я сейчас боюсь. Где они? Не говорите, что они сзади меня. И не передо мной. И не после меня. И не сбоку. Где они? Где они? Где они? Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Я не хочу давать им сигнал, птички. Потому что они подумают, что я сразу здесь. А здесь так тихо. Они там. Ой, вон же они. Пойдет со мной. Ближе быть. Моя миссия тоже у меня хорошая миссия, плохая миссия, говнючая миссия.
Тем более, вот это место я ненавижу. Будьте осторожны, Итан, миссис. Их тут говно. Маленько. Ой, вон же он. Зачем я вообще только там делал? Что я там делаю? Что я там делал? Итан, думай. Я же не могу повалиться. Я просто так болтаю. Нет, я не мацев. Вот что. Фу, как меня это паникует. Я паникую. Я паникую. Я же не мужик. Ох. Нет. Чёрт, вы видели это? Вы видели? О, нет. Да его, конечно, нет. Где ж может быть? Видели? Они скоро меня убьют. Думайте, яйцо. Это почему меня испугать, если оно на меня сядет? Потому что я зеленый цвет, а мне все равно ничего не варится сесть. Ну и ну. Он мне пистолет заряжен. Да, я уже заряжен, пацан. Кто ты, пацан? Пацан! Йо, Итан, ты трусишься? Скажи мне. Итан маленький, который внутри меня. Скажи, я трушусь? Да, ты трусишься. Чё? Нет. Где они? Ой, классный пистолет. А это вообще наш пистолет? Или наш пистолет? Нет, погоди, я не хочу выходить. Где они? Они давно меня напали. Ну что-то здесь не так. Конечно, мне хотят посадить. Выглянуть я боюсь. Я же не трус. Ладно, пойдем. Где они? Они дальше. Что-то тут не так. Я не хочу здесь сидеть всю свою жизнь. Напасть или нет? Какая напасть? Напасть или нет? Какая напасть? Я не понимаю, что такое. Что такое? Меня это пугает. Миленький Итан, скажи мне, ты хочешь воевать? Конечно нет, а что меня заставляют? Потому что ты не учился. Я не учусь. Я и так учусь, а мне 7 лет. Хотя 8. Ну-ну. Апа, я попил. Еще раз. Ой, я боюсь. Фу, мне считать в максимуме все. Наверное, не нападу через... максимум 5 секунд. Да я подожди, как 5. Они же не бегают, как я. Ой. Тут это захар. Ой, гусеница. Ох, все, идем в ту сторону, они в ту сторону идут. Фу, говно, от белок какого, наверное, каких-то белок. Устал? Это где? Не знаю. Какого бы мы ушли? Идем вон там, наверное, идем туда. Это белок. Говно от белок. Ах ты свин, баба ему помогает. Фу, сделать такое, чтобы они меня не заметили. Что такое сделать? Что бы такое сделать? Фу, еще ближе они подходят ко мне. Нет, они туда идут.
Ой, что за напасть? Что такое за напасть? Что за напасть? Мухасик, скажи мне, что за напасть? Что такое? Что такое напасть? Нет, нельзя. Все, вот это. А ты должен незаметно напасть. Незаметно. Незаметно. Уйди. Я ж не могу, чтобы меня за один удар убил. За один выстрел. О май гад. А я ж не думал, что не могу дальше. Следовать за ними, что ли? Ну это плохая идея, конечно. Ну, придется. Ой, как они меня не видят. Я не верю. Это что? А, это не мой дом. Че, вот у него тоже пистолет. Куда он его взял? Миша, меня не одевают, он думает. Имею в виду. Да или нет? Ну и идея-ка у меня такая. Все-таки убить их или нет? Меня пугает. Мне сейчас все хватит. И ты не думай. Не думай мысли нападать. Не думай мысли отступать. Кашель. Кашель. Батарея разряжена. Ауч. Колючка. Что сделать такого? Напасть. Только не говорите, что это за напасть. Я уже знаю, что вы скажете мне. Что это за напасть? А, вон они там. Я пошел. Что они мне сделают? Я не изумею, что от меня где-то 5. Они это все обошли. Вот это утопляют. Привет! Ох ты ж. Зачем я это сделал? Утопляюсь. Что бы сделал такое? Давай, обходи, не трать все патроны, сейчас проиграешь же без патронов. Ах, атака, атака, атака. Куда ты пошел? Пока. Я его убил! Убил! Ты видел нас, как мы тебя искали? Да, и когда вы пошли туда, я запаниковал. Но когда я видел, что вы пошли в эту сторону, я начал за вами следить. Но вначале я думал, напасть или нет. Но я все-таки решил напасть. И убил Томила. Легкотня было, но я паниковал. Вон люди отдыхают в лесу и делают пикник. Отдыхают. Сегодня уже. А вон лошадь. Сегодня все отдыхают. Идем еще. Тут столько много машин.
А когда мы снимали тату свои ножки, не было почти людей, а сейчас так много.